На единовременную выплату пенсионерам Челнов направили почти 1,5 миллиарда рублей. Каждый из них получит по 10 тысяч рублей в течение сентября. Касается это не только пенсионеров по возрасту, но и других граждан, получающих пенсию, например, по состоянию здоровья. Причем одинаковую единовременную выплату они получат независимо от размера текущей пенсии и других пособий. Для этого заявление писать не нужно. Для этого обращаться в пенсионный фонд не нужно. Деньги автоматически будут зачислены вместе с пенсией. А если пенсию гражданин получает на дому, вместе с ней будет доставлена и дополнительная сумма. По данным ПФР, в Набережных Челнах проживает 149 тысяч пенсионеров, из них 130 тысяч по возрасту. Кроме того, выплату в 15 тысяч рублей, уже не связанную с пенсионным фондом, в качестве прибавки к зарплате в сентябре получат сотрудники силовых ведомств.